7.00. Всем доброе утро. Сегодня на завтрак у меня два тоненьких кусочка хлеба. Маслом я намазал и паштет говяжий. Немножечко морковочки и бурьянчика. Чашечка черно-зеленого чая без сахара. Приятного всем аппетита, удачного дня и похудения. Всем моим подписчицам, девочкам, красивое дерево, просто я не знаю, что это за дерево, вот такие у нас висячие, вот видите, и цветы красивые, сейчас дождик прошел у нас, шикарное дерево, что, с висячими вот такими ветками, какая-то декоративная, обалденно. Спасибо за то, что вы подписаны на меня и пишите комментарии. 9.15, мой перекус. Угостили меня девочки паской. Такой себе, знаете, итальянский вариант, как говорится. Но она такая вкусная, блин. Тут и миндаль, и какие-то цукаты. Вкус какой-то, я не знаю, волшебно кокосово-ванильный какой-то. Ну, такой, ребят, это очень вкусно. Но на пачку посмотрел, калорийность 380 килокалорий на 100 грамм. Поэтому я себе вот отрезал 70, можно было до 80, там, ну, получился кусочек на 70 грамм, потому что углеводов в 100 граммах 50, калорийность 380, это если 80 грамм, это как раз 305 килокалорий, и там 40 грамм углеводов, но мне надо 30, поэтому я грамм 70 вот отрезал. Очень вкусная, обалденная паска. Спасибо огромное. И чашечка черного кофе натурально. 14.00. Мой обед. Какой красивый, вкусный. Смотрите, это башенка салата весеннего. Яйцо, лук, укроп, петрушка. Кровяная колбасочка. Морковка по-корейски. И синенький по-корейски. Все такое красивое, вкусное. Немножко украсил для красоты ягодками красными. Приятного всем аппетита. 18.00. На ужин у меня сегодня пицца. Пицца необычная. Решил что-нибудь новенькое попробовать. Не знаю. Почти уверен, что будет вкусно. Тут морковь по-корейски. Ну, из лаваша, естественно. Вот видно краешки лавашей. Морковь по-корейски. Крабовые палочки. Маслины фаршированные анчоусами, сыр сулугуни. Все это очень красиво, очень ярко. Я думаю, такой морской вариант пиццы с крабами. 21.00, мой вечерний перекус. Сегодня у меня мороженое банановое, которое я делаю сам. Рецепт я выкладывал давно. Раньше я его всегда делал Максиму. А сейчас Максима нет. Я нашел в морозильнике лежат бананы замороженные. Я думаю, о, замечательно. У меня был мой кефир домашний. Он густой, как йогурт. Поэтому я все это взбил блендером. И добавил еще сироп грушовый. Получилась красота такая и вкуснота. Вот видите, вот сироп, вот оно, вот, вот как мороженое, вот видите, оно густое, не какая-то жижа, а вот оно такое, вот, не падает, вкусное мороженое. Приятного всем аппетита, кушайте и делайте еду сами, и будете здоровее, красивее. Всем спокойной ночи, пока-пока. На ютубе под хэштегом «Жирукопец». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.